Каждый день торгуете, правильно я понимаю? Я на 7 тысяч, если точно. Не каждый. Но вы сейчас предупреждение сделали, вы сейчас уберете, а потом через время опять поставите, я же правильно? Ну что делать, надо выживать, вы на пенсию всю должна и не дали, вместе жить, да что? Ну как, а вот новая милиция первый раз? Ну я еще не была, когда новая. Ты же в курсе дела, знаешь, что у нас еще, да? Ну а со старой как-то проще было договориться или нет? Ну старые же такие роки, мы их же не переловишь, мы же не крадем. Ну да, ну я просто видел, старая проходила, там по 20 рублей собирала, там, и все. По 20 кто? Ну пришла новая полиция, и что теперь, ну торговать никто не будет, или как? Что будет вообще дальше? Далее уберут тут с головы, а то так вызывают всех, выпускают, а нас бедных раз зажал, есть за что взять, так что треба оттуда попасть. Тут всякие назвали, все повтекали, так дают возможности. Это некрасиво, нереально, люди не глупые.